Учитель для меня – это жизнь, потому что с детства я была знакома с учительством. Все мои предки, все мои поколения, не одно наше – это учителя. Мне нравится моя профессия, потому что каждый день я встречаюсь с детьми, я встречаюсь с их родителями, и благодарность в лицах родителей и учеников – это вызывает у меня гордость. Когда выпускаешь детей, то чувствуешь, что твоя частичка уходит вместе с ними. И когда они приходят, то, конечно, чувствуешь грусть, потому что они выросли, и что-то уже прошло. Но в то же время ты чувствуешь счастье, что это твои дети, и они становятся тебе родными. Ситуации, которые у меня были, когда мне было обидно и больно, то проходили годы, я встречала этих родителей, и они говорили мне спасибо. То есть время, оно все расставляет по местам. Думаю, что ситуация изменится, и, в общем, к учителю отношение изменится. И учитель станет статусной профессией, и нападков на учителей будет намного меньше, чем это происходит сейчас. Хочу пожелать много сил, здоровья, терпения и все невзгоды, чтобы проходили стороной, чтобы мы могли работать, работать и работать.